Сотрудники МЧС с большим трепетом приезжают к своим маленьким друзьям, ребятам из дома ребенка. Оказывают посильную помощь, убирают мусор с территории учреждения, спиливают и вывозят сухие деревья. На одном из субботников побывала и наша съемочная группа. На территории дома ребенка, который находится в Машгородке, кипит работа. Сотрудники пожарной службы спиливают ветхие деревья и сухие ветки, которые могли представлять опасность для детей. По словам работников детского учреждения, пожарные давно стали для них лучшими друзьями. Практически каждый месяц они приезжают в дом ребенка и оказывают посильную помощь. Большое спасибо руководству МЧС и ребятам, которые это делают, потому что для наших ребятишек и для нашего, так сказать, заведения это большое и огромное подспорье. Пока пожарные приводят в порядок двор, в музыкальном зале дома настоящее театрализованное представление. Воспитатели устроили для малышей праздник осени. Здесь и лисица, и зайчик, и мышка. Все они дружной компанией приводят в восторг маленьких зрителей. Завершается праздник сладкими угощениями и веселым хороводом. Гузель Шмелькова, Айдар Насыров, УТВ МИАС.